Волгограде, и это родина мать. Я сейчас ее попробую сделать побольше и поменьше. И вот эта вот окрестность этого места чудного, вот церковь, вот парк, который окружает это место, вон там Волга в перспективе за огоньками. Вот эта вот реставрация, видимо, чемпионата по футболу идет здесь. А это вот парк, продолжение парка. Место очень красивое, торжественное. Внизу играет музыка и на военную тематику. В общем, очень место хорошее. Мне нравится.